Сегодня понадобилась видеозаписи Hangout, которая автоматически выкладывается на YouTube, не давая мне возможности изначально отредактировать его. Понадобилось мне удалить один фрагмент в середине моего клипа. Привязки объектов к траектории и такие вопросы. Оказывается, у YouTube появилась теперь такая опция, позволяющая проделать эту операцию. Раньше можно было просто разрезать в каком-то месте. Потом одну из половинок снова отредактировать, тоже разрезать. И потом только сшить две нужные вещи. А сейчас можно прямо из середины удалять любой длительности фрагмент. Как это делается? Заходим на мой канал, заходим в менеджер видео. Я не думаю, что разрешат чужие видео вам резать, поэтому показываю сразу про свой канал. И после того, как я зашел в менеджер видео, у меня появляется здесь создать со значком видеокамеры. Это раздел, который позволяет выбрать из фонотеки нужный аудиоклип и дает доступ к видеоредактору. В видеоредакторе, ну и здесь как раз тот самый расположен, сегодня у нас последний канкал. Расположен тот самый видеоролик, который я сегодня как раз разрезал с уже удаленным фрагментом. Выделен фрагмент, который я теперь могу удалить. Здесь вот эти два вопроса. Вопрос выглядит таким образом. Выделяю этот фрагмент и нажимаю на кнопку Del. Теперь мне надо каким-то образом сохранить это. Сегодня у нас последний, наверное, аккаунт из числа зубной. Создать видео. Назвать его шестой хангаут, как и было. И отметить, что это отредактированный. Из этих двух кусочков, как из двух отдельных клипов, будет создан новый ролик, который под этим названием будет храниться на моем видеоканале. Теперь на моем канале хранится старый ролик, длительность которого составляет 21 минуту 6 секунд, и новый ролик, который еще не отредактирован, который на 16 секунд короче. Даже не на 16, а на минуту 16. То есть для того, чтобы что-то отредактировать, надо перетаскивать линейку с ножницами на нужное место. И в этом месте разрезается. То есть весь ваш ролик можно порезать на мелкие кусочки и потом удалить все четные. К примеру, конечно.